Молодец, да, какой? Расскажу историю, как я купил канарей. Значит, моя мама любила канареек, и я поехал на рынок. В Москве был как раз. Вот. Жил в Иванове. Вот. Ездили туда. И на рынке нашли, так сказать, подешевле. По 3,5 нам отдали канарей, и по 700 или по 800 рублей этот, ну, девочек. Вот. Только-только один начинал петь, а второй, третий. Два самца было, три самца было и пять девочек мы купили. Короче говоря, 17 или сколько я отдал за всех. По 3,5 и плюс. Ну, а, где-то 1013, что ли, 13 отдали, не помню уже. Но больше 10. Что-то такое отдали за них. Приехали, у нас 8 канареек. Посадили в клетки отдельные самцы. Двое вообще не поют. Вот, один поет, но не сказать, что красиво, то есть, ну, начинает что-то и непонятно что. Вот. И вот эти 8 штук то дрались, то этот, мы их рассажали так по паре, то яйца должны были нести. Я начал интересоваться в Ютубе про них, и я понял, что я сам голубевод, и я понял смысл то, что вот на рынке ничего хорошего ты не купишь. Вот. И они начали, грубо говоря, бесить больше. Они туда-сюда скачут. Непонятно, что поют. Вот. Поинтересовался, начал интересоваться. Обзвонил всех, кого можно, через Авито. Поговорил с одним, с вторым, с третьим. И сделал выводы. Нашел порядочного человека, кто мне больше всего по душе понравился. Попросил у него хорошего, чтобы пел хорошо. Он мне начал про конкурсы рассказывать, кто какие медали выигрывали. Я попросил самого хорошего, что есть. Он сказал 10 тысяч. Вот. Я подумал, подумал. Так и к нему не доехал еще месяц. Вот. Но потом позвонил ему, когда уже начал своих продавать по 3,5 обратно. То, что я покупал. Накопил эти же 12 тысяч. Троих мальчиков продал. Вот и один или двух самок продал. У меня получились эти же деньги, обратно я вернул. И позвонил ему, сказал, вот, я готов приехать купить.
Ну, посмотри, если мне понравится, я куплю. Он говорит, тот, который был за 10, я его уже типа отдал, но на конкурсе выиграл медали. Еще лучше, еще. Ну, типа, есть. Приезжай, посмотри, понравится, собирай. Я поехал, посмотрел, послушал, мне понравился. Я прям поставил на стол 15 тысяч. Говорю, все, пусть будет один, но хороший. Забрал. И вижу, что птица талантливая. Птичка поет. Правда, мне еще флешку записал, я должен привезти, иногда давать послушать, потому что ему 5-6 месяцев, он еще не закреплен. Через полтора года, через год, то есть через год, когда ему будет год-полтора, тогда он уже не забудет свои песни. Так что вот такое начало моей канарейки. Кому понравился, как он поет, или у кого есть больше опыта, можете поделиться. А так я поделился просто тем, что как у меня произошло. И теперь мы хотим к лету купить у него. Но он мне подготавливает самку под этого мальчика, чтобы мне их разводить. Потому что хочется штучек 5-6 вот таких красоток в каждой комнате, чтобы один был прямо. Я им яблоко положу. Кушай. Красавец, красавец, красавец. Ой-ой-ой. Такой красавец. Всем пока, друзья.